Хочется сказать, что выставка очень интересная, компактная, камерная, чрезвычайно интересные экспонаты, абсолютно оригинальные. Тут нет никаких копий. Да, мы можем увидеть гравюры 18 века, которые рассказывают о том, как начиналась вот эта знаменитая эпоха воздухоплавания. И, конечно, особый интерес представляют предметы Павловского дворца, предметы собрания Эрмитажа, в которых эта тема воздухоплавания нашла свое отражение. Они вот здесь на выставке представлены, и если вы на выставку придете, то вы своими глазами сможете это увидеть. Поверьте, это действительно очень интересно. Игорюша, скажи, что тебе понравилось больше всего? Трудно сказать, что больше всего понравилось. Тут все нравится.